Сегодня Минэкономики предложило российскому правительству весьма низкие темпы роста тарифов в 2017 и следующих годах. Это предложение Кабинет министров рассмотрит 13 октября. Совокупный платеж населения за ЖКХ должен расти по прогнозной инфляции на 4%. Настолько же поднимутся в среднем тарифы на тепло, а индексация газовых цен предложена в 3%. Быстрее инфляции будут расти только тарифы на электроэнергию для населения на 5%. Поставщиков энергоресурсов темпы роста тарифов не устраивают. Этих средств, по их словам, не хватит на модернизацию оборудования.